Moira was trying to get to that tower when I was with her. Listen, honey. I need you to take me there. Can you do that? Moira. No. I don't believe it. There's no way she's... Доброго всем времени суток, друзья. Мы продолжаем второй эпизод. Теперь уже Барри в наших руках. Единственное, я не понимаю, Наталья опять с ним. И она сказала, типа, Мойра пыталась. То есть получается, как они как-то разделились, она побыла у них, потом сюда вернулась или... Или типа она еще не отстала от Барри, можно так сказать. Так как она же уже была в городе, а сейчас получается она опять в начале здесь. Тогда почему она говорит, что Мойра типа хотела пробраться туда, или она как-то мыслями чувствует это? Вот такие вот дела, вот такие мои предположения. К сожалению, FPS у меня просели. Не знаю, что-то... Проблемы какие-то стали жесткие. Уже третью часть у меня... Я вроде графику понизил и... Читал на форумах, в чем причина, но все говорят, что оптимизация какая-то хреновая. Хотя не знаю. Некоторые части у меня шли нормально. Отчего такая фигня идет? Ну ладно, будем надеяться, может какой-нибудь патч выпустит. Так, а что, сюда может забраться? Нет? Так, что у меня по оружию идет? Пистолет 9. Штурмовая винтовка. И магнум. Ну что, я магнум последний раз стрелял в кого-то? Так. Жгут. Кого жгут? Куда жгут? У меня оверлей показывает 7-8 FPS. Я в шоке. Вот сейчас до 15. Не знаю как-то. Ладно, не буду больше на эту тему заострять внимание. Постараюсь. So, did Moira drive you crazy? No. Moira was nice. She does have a good heart. I bet she saw a little of Polly in you. That's her sister. Либо еще есть вариант, что Наталья здесь типа была до приезда Барри, но потом кто-то ее утянул, и она попала как-то на лодку к Барри. Вот еще есть какой вариант. Но кто? Кто это сделал? Что-то не понимаю я пока что. Ну, может, дальше нам раскроют тайну. Where'd you get that bracelet? I don't know. A woman used it to talk to us. I think. I'm not really sure anymore. A woman? The overseer? I read the debrief about her little experiment. Да правильно, возьми кирпич, будешь прикрывать. I
Ну чё, где вы первый монстр? Я вас жду. В листве ничего не вижу. Может, за Наталью переключиться? Она же знает, есть кто, нет кто. Кто там шумит? Ладно, сюрпризом будет. Так тоже неинтересно, когда знаешь, где враг. Что за записка? Гейба. О, Гейб, это же у нас... Гейб, это который вроде на вертолете хотел свалить. Если не путаю. Всем нашим, которые это найдут. Нас достали на этот остров против нашей воли. Нас зовут Нил Фишер, Педро Фернандес, Эдвард Томпсон и Габриэль Чавес. А, тут еще один какой-то. У нас нет координат, наше местождение, я не знаю, что... Далеко. Тут-то есть, не могу понять. Человек это и животное, слышу ужасно дикий вой. Там как минимум несколько возможных врагов. Нам на запястье надели какие-то необычные устройства. Они... Мы получили сообщение о том, что надо идти к какому-то воссоку. Если вы из наших и читаете эту запись, встретите нас у этого воссока. Кстати... Ведь когда вот этот непонятный спецназ похитил Клэр и прочих ребят из... как их там зовут-то? Террасейф корпорации. Почему-то они сказали, Клэр Редфилд, типа, ты нам нужна... Вот, то есть как-то сконцентрировали внимание на Клэр Редфилд. А зачем тогда они всех остальных схватили? Хотя, может, им в основе нужна была Клэр, а все остальные, ну так, как, типа, поскольку постольку. Чё такое? Куда смотреть-то? Ничего не вижу. Ничего не вижу. А, вот теперь вижу. Трупашник. ЗГшник. Эдвард Томпсон. He was with TerraSave. Damn it, this is why I told her not to get involved. Ну и долго я так буду бегать? Войны хочу. Хочу кому-нибудь хлебало начистить. Сейчас опять резко кто-нибудь выскочит, тормоза, лаги, шип пропал. Find some cover. I'll pick them off before they spot us. Опять эти рукастые. Разве это существо можно сзади шарахнуть? Но это уже отсылка от Evil Within, где тоже сзади на корячках. А чё до этого-то они не разрешали такую херню производить? Есть кто дома? Сапфир, бонусные очки. Я, кстати, очки свои не распределял. Хотя я говорю, что буду стараться по минимуму их использовать. Чтобы ближе к хоррору все было.
пока что у меня есть вот эти моменты, например, ты Evil Within, там тоже бежишь, 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 немножко повоевал, потом опять бежишь, 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 какие-нибудь тупые загадки легкие, потом опять бежишь, бежишь, бежишь. Что за кусок мыла? Или что это, кусок гранита? Как... А, это кирпич, блин. Кирпидонский. 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 Ей это что, спрыгнуть? Вот так типа никого. Сейчас прыгну и полезут. Господи, как они меня... раздражает, как слазит кое-как. Follow me. Right. Так. Не знаю. Just stay there. Okay. Может оставить ее пока здесь, попробовать их втихаря пришваркивать. Да вижу, блин. Так, сейчас я их почпокаю. Не вздумайте оборачиваться. Нифига он с каким-то топором, блин, там. Заметил, что ли? Ой-ой-ой. Блин, да взорвись ты уже. Тупой шарик или что это у него такое? Жидкого поноса, блин. Текс. Я хотел сказать follow me, а не... Текс. Ну, блин, пока без проблем. Ничего, нельзя зайти в дом. Кстати, здесь мне нравится такой, типа, рюкзак Барри. Я не помню, говорил, нет, что, типа, он туда помещает свое оружие. Можно как-то объяснить. А то, например, в четвертой части, куда ли он этот кейс девал? Угу. Кто тебе его даст, ключ? Старичок в деревне, в каком-нибудь домике. This place is crawling with them. Be careful. Ну-ка. Не вижу. Что-то это ее свойство хреново пока работает. Это что такое там? А вот и ключ. Дымовая бутылка. Дымовая завеса, трое врагам взор, чтобы позволить вам бежать или скрытно атаковать. Та также может использовать. Ага. Может стоит ей отдать, чтобы она еще кинула. Так, ну и как нам пройти теперь? О, идет херь. Так, мелочь, иди сюда. Да блин, дура, иди сюда. Just stay there. Okay. Что-то я не пойму, куда идет. Блин, интересно, он ее заметит, нет? Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Херак!
Кира, хомяк. Just stay there, just stay there. Так, вроде еще кто-то. О, о, еще идет. Сейчас мы их тут всех полишим. Постелсим мы немножечко. Патроны нам еще пригодятся. Так. Follow me. Ага, значит. Значит, через это здание идем. Так, а эту херню куда? О, еще идет. Follow me. Right. Ой, блин. Okay. Не то нажал. Тихаря мы подойдем и помордим. Ой! А он даже не отвлекся. Я вижу медальку. Попасть бы только еще 5. Для меня, если хотя бы половину выбить, уже достижение. Так, ну теперь, значит, его сюда тащим. Наталья, поможешь? Follow me. Right. Ну, не знаю, тут даже... Не думаю, что так легко тащить можно. Надеюсь, ей там не наваляют. Чё, она может залезть, нет? Может, лучше взять ее с собой. Не хочу, чтобы ее тут били. Вдруг кто придет. Follow me. I'm sorry. Чё, I'm sorry? Follow me. Куда ты, блин? I'm sorry. Ты, блин. Ну ты. Красавец, конечно. Блин, я же ящик не открыл еще там внизу. Ой, там что-то есть? Глушитель? Что это? А, это винтовка! Вау! М1891-30. Ой. Жесть, она еще клево приближает. Какая-то непонятная хрень произошла, ладно. Да уж, с этим-то мы пройдем. Давай маленькой ручкой там пошурсти. Возвращаемся. Надеюсь, сейчас не полезут монстрилы. Хотя, с другой стороны, по кипишу я немного соскучился. Тихо, я тут всех поубивал. О! О, а ты... Фига ты быстрая. Так, а где ящик был? Давай, полазь. Опять два замка. Ну, круто. Почти
по центру попал. Так, отлично. Патроны? Аж ящик патронов. А сколько их там? Ну-ка. Ну, у меня вроде столько было. Ладно, погнали. Ой. Хотел дверь открыть. Как она дышит. Или это Барри так дышит? Ну я прям затарился, готов на войну идти. Is that where you met Moira? Over there? Yeah, near the big tower. Кажется, я знаю, через какую деревню мы будем идти, в которой тусила Клэр. Мой, все остальные. И остатки мы будем добивать. Ой, блин, эти тормоза жутчайшие. Блин, можно это не показывать? Слезли и слезли. Постоянно. 3 часа он ей там руки подает. Потемнело, все черные стали. Задул ветер сильный. Ну ладно, в деревню мы, наверное, в следующей части пойдем. Чувствую, тут кипиш сейчас будет. Может и не будет. Увидим. А на этом пока.